С вами Юля, извиняюсь, что прошлое видео прервалось. И да, как бы у меня новый маникюр. Нет, вы не думайте, что я через каждый день его меняю. Просто это видео я снимала 4 дня назад. Вот. Поэтому, да, мой маникюр изменился. И, в принципе, он мне очень нравится. Я сейчас быстренько расскажу, как я его сделала. Я просто взяла разные цветные лаки. Потом подождала, пока они высохнут. Ну, сначала покрыла прозрачным, потом нанесла такие лаки. Потом покрыла блестящим лаком. Там было написано 2 тонких слоя, но я таких толстеньких, знаете, нанесла. Ну, как толстеньких, короче, нормально. Вот, это, и, короче, вот так получилось. Потом просохло вот это вот все и засохло ли вот эти 2 слоя. И я покрыла прозрачным лаком, так как это... гель-лак. Вот. Просто он такие, знаете, мы с мамой думали, что он будет, ну, реально, то есть, прям фиолетовым, прям с блесточками такими красивыми, но это вот так смотрится. Мне, знаете, это очень нравится. Ну, так как я реально не правша, я левой рукой все делаю, поэтому на левой руке у меня получилось... Так, ну, очень я 100 раз здесь стирала все, переделала, потому что, ну, реально это выглядело странно. То лак смазывался, короче, на правой руке все идеально, но а там, короче, все плохо. Я просто реально рисую нормально левой рукой. Ну, вот правой мне все время, вот, как вы знаете, маникюр, если что-то надо рисовать, приходится 100 раз стирать потом. Пытаться как-то, знаете, перерисовывать. Итак, начнем. В принципе, да, мы здесь остановились. Это было 10 октября. Здесь, короче, ела Барни. И мама покупала вот еще. Вот. Такие штуки прикольные. Это типа у нас тест, ну, по окружающему миру такой, типа, был... мини-тест. Дальше идеи для ЛД. Типа, ну, знаете, это прикольно, короче, сделала. Мне понравилось даже. Футбольный мяч. Здесь, типа, футбольный мяч. Вот. А здесь, типа, знаете, типа, просто непонятно, что. Ну, прикольно, короче. Вот такая штучка. Вот. Здесь такие смайлики прикольные, сердечки. Здесь конфетка. И тут тоже фантик от конфетки. Блин, это реально, мне кажется, смотрится прикольно. Вот. Ай! Это отклеивается, надо или заклеить, или что-то сделать, короче. Это типа девочка Барни. Короче, здесь что-то написано. Скорпион, что ли, или что. Короче, там что-то написано. Клей просто, это я же... приклеивала клеем, но оно потом ничего не видно, если будешь так писать. В принципе, вот. Дальше вот это вот. От Барни. Потом, типа, здесь страничка маникюра, но на самом деле я нормально рисую. Это просто какие-то такие каракули, можно так сказать. Это я вырезала наклеечек для ногтей. Вот, в принципе, да. То есть это моя рука. Мне пришлось замазывать, потому что там что-то, короче... Короче, это не то. Я хотела ногти, типа, нарисовать, да? Но потом подумала, блин, это же смотрится ужасно. И решила замазать. Кстати, видите, у этого пальца у меня просто он выбит, да? То есть, я поэтому мне тут замазала, чтобы он казался ровным. Вот, реально, у меня выбит, как вы видите. И поэтому, когда прикладываешь вот так, он, конечно же, видно. Дальше здесь с обычной обводкой пальцев у меня проблемы почему-то. Ну, просто они... Это странно, да? И то есть, смотрите, моя нога сюда не уместилась даже. Прикиньте, как это... Ну, просто надо было, наверное, сюда ногу, когда поместилось побольшее количество просто. Дальше здесь всякие рисунки простым карандашом. Мне нравится. Так, такая погодка у нас, в принципе, прикольная. Вот. В принципе, у нас бывает снег идет. Бывает там дождь идет. Ну, это было раньше, это сейчас уже... Вот. Это Барни, опять же. Здесь что-то.
что это такое, сейчас посмотрю. А, это там номера телефонов записаны просто. Вот, и здесь такая вот штучка прикольная. Здесь типа мешонок, подарок. Здесь, смотрите, типа девочка такая, и она на Луне, и типа там звезды, короче, ну это прикольно получилось. Да. Здесь типа отлично, это... Ай, блин. Что такое? Какая-то обмажка. Поцарапала. Так, дальше. Здесь типа... Ну, смотрите, я писала один день или стоп. А, нет, слушайте, вот это вот один день, смотрите, я писала типа вот это, да? Вот это, потом вот это. А это уже следующий день. Прикиньте, как это прикольно, да? Да. Так, я писала. Дальше это конфеты коровка. Вот. Дальше здесь типа я пыталась сделать ручку, ну, типа, в космосе, у меня это получилось, ну, ручку в космосе, у меня это получилось. Даже здесь страничка такая прикольная. Теперь, да. И знаете что? На футболке до сих пор не стиралась от замазки. Странно, я этого не замечала. Ну, ладно, в принципе. В принципе, ничего. Это, типа, я, да... А это не листочек, ну это просто мы с ним за одной картой сидим как бы. И просто друг другу там да, не было проверять, там что-то. И, короче, он мне отдал свой, ну, типа тест, знаете. Вот. Это здесь типа месяц или луна. Такая. Это типа подземный, ну, виды транспорта. Дальше я люблю 5. Блин. У меня тут тоже, короче, листочек. Ух, листочек нашла. Думала, потеряла. Вот, это мои оценки. Ити Горбачева. О. И да. Сейчас каникулы. Блин, скоро не закончится. Вот. Дальше. Всякие штуки, памятки родителям. Видите, пока мой ЛД номер 13. Вот, кстати, да. В принципе, вот, мой личный ник закончился. Так много частей было, реально. Ну, смотрите, какой толстый, во-первых. А во-вторых, он реально толстенький такой дневничок. Я взяла, в принципе, смотрю, с августа до... этого октября. Вы представляете? 3 месяца вела этот личный дневник. Ну, реально. Поэтому это круто. Мне кажется, вот такие вот закладочки смотрятся даже очень прикольно. Красиво. Короче, да. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Я надеюсь, у нас наберется хотя бы 25 уже за этот год, в принципе, потому что он скоро кончается, и реально будет очень круто, если у нас наберется 25 человек. Итак, мы уже прошли, то есть осталось всего 3 человека, пожалуйста, подпишитесь, если вы видите это видео, просто не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Всем пока!